Всем привет, с вами Чиш Нью-Йорк. На Брайтоне случилось несчастье, сгорел дом. И вот что самое примечательное, на один какой-то плешивый дом приехало более 12 пожарных расчетов. Каждая машина вмещает около 8 человек себя, то есть приблизительно, там, включая скорую помощь, полицию, туда-сюда. В общем, около 100 человек было задействовано при тушении дома. На данный момент неизвестно, кто-то там пострадал или нет, но жила какая-то бабушка, которая очень любила собак. Собачница здесь у нее погремуха была. Но чтобы ее выносили, я не видел. Вот. Так что эти, по поводу того, кто погиб, не погиб, мы узнаем позже. Ну а пока вот вы можете посмотреть, как происходит процесс пожаротушения. She fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye, but if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. Motherfucker, burn. Yo, yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven, but if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Mother Ray, and Lawrence Welk, and Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, yeah, Emmanuel Lewis, cause he's the Antichrist. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Да, здесь старушка жила, все гарбич носила домой. Собака там, по-моему, была, да. Да, мы сейчас только хотели, когда началось. Там хозяин пришел, говорит, не заходи. И мы ушли. А давно уже гони? Вот 20 минут тому назад. Да, даже 15 минут даже. Дым пошел, мы побежали там, соседи выбежали, а хозяин пришел, нас забрал. Не заходи, говорит, сказал мне не зашли. Начали там сверли туда-сюда, надо было воду дать. Everybody, here we go. Come on, party.
еще примечательная вещь. Вот я сколько лет живу, ни разу не видел, чтобы из крана шла вот такая вот вода, а? Серая. То есть дело в том, что у нас воду никогда не отключают в Америке. То есть вода всегда есть холодная, а горячую греет бойлер в доме. И вот горячая идет нормальная, а холодная вот такая вот серая. То ли потому, что пожарные там как-то задействованы, то ли что, не поймешь. Но вот пожар недалеко от моего дома, и вот дома у меня вот такие вот проблемы, не помыться, ничего. В общем, ну, первый раз я просто что снимаю, я очень удивлен. Первый раз за столько времени, сколько я живу, вот вижу, что пошла серая вода. Я думаю, что как-то это связано с пожаром. Сейчас к школоте обращаюсь. Спички, детям не игрушки. Помните.